Ладно. Вместо шмапа поиграем в битэмап. На все той же прекрасный Neo Geo. Понятно, надо сменить управление. Привет, зебра. Игру погромче на 10-15%. Чего? А, ты уже начал? Да. Ну, это битэмап. Это битэмап, и он какой-то кривой. Опять что-нибудь хреновое попалось. А ты еще умер? Ты еще не умирал? Один раз умирал, но опять же монеты меня не попросили ставить. Не, ну в смысле вообще конт. Нет, не умирал. Сейчас умрешь, посмотрим, как это работает. Игру погромче на 15-20%. Уже сделал. Я опоздал, да. Какой ты кибербайсон. Надо было... Нет, бас, пропуск на Neo Geo использовать это... Нет. Не знаю, этот чувак мне кажется, походит на этого, на Джакса, только в красной расцветке. Не очень. Знаешь, на кого больше похож? Ну что, металлические руки... Нифига. Тут кроме металлических рук ничего нет. Да и то у Джекса на металлических руках поаккуратнее. Вот, только что континь был, да, и меня с того же самого спрашивали. Ну и все, значит, пойдешь. Я к чему говорю, кто тут в Тейкен играл? Я играл. Пятый. Ну вот, там же этот был персонаж такой, робот. Тоже с таким, такой же ручей. Да. Ну вот на него похож. Тоже возможно. Так как его звали, не помню. Фига себе. Танк так запинывает. Metal Jack. Я в БТР. Да. Знаете, все, в чем говенное? У кого это? Я верю, я летаю. Чего говёно? У кого-то там фон. Наверное, у меня же опять. I believe I can fly? Ага. Вот это смешно. Стал машиной. Что мне дико не нравится, это было на tutorial screen, что так можно делать. Я из-за этого управления переназначивал, потому что с управлением из того же скрол-шутера неудобно. Здесь три кнопки, а не две, как у меня. Понятно.
Ну, кстати, круто. Можешь еще так сделать? Я что-то подобрал, чтобы это так сделать. Надо больше подбирать что-то такого, чтобы так делать. Ловит мака. А ты ее даже... Что за хрень, я не понял. А видишь, супер удар я сейчас сделал, да? Хорош. А чтобы сделать пинок в воздухе, надо нажать на ту же самую кнопку. Вот это мне не нравится, дико. И пофиг с твоими-то контами. Физика машин 10 из 10. Ну, ёлки-палки. Стараемся. Господи. Это доктор Вайли? Ария 2, Хайвей. Тут уже можно посчитать, что здесь тоже 6 уровней. Угу. Вот, видишь, я подобрал опять. Так она брошу. Ну да, кстати, можно. А ты в тачке уязвимый? Хотя тогда уж она постаревшая. Я в тачке не уязвимый, но она после нескольких ударов разваливается. Ну, как и палка. Но зато ты тащишь в ней. Она может прыгать, блин, на месте. Это нигерская машина. Вот попадется тебе Ninja Baseball Batman, вот это будет весело. Кому попадется? На чем? А он, я не понял, на чем он был? Рано. Что-то все мимо пролетело. Вот теперь да, вот теперь можно. Это типа босс что ли? Че они такие жирные? Все вообще ноли все. Так думаю, это под босс. Почему они не взрываются на ними? Я так не играю. Там система свой чужой. Да. Справедливо. Эх. Эту игру тоже на кооп? Да, вот может кого-то как-то вот. Интернет, кстати. И вообще в мейне есть карьера. Только как ее настраивать тоже всех пойму, но я мануалов не вижу. Может использоваться эмулятором, что Грейп советовал? Я его так и не нашел. Брахуки нет? Брахуки нет. Я просто взял с версию моего неспециального сайта, которая у меня была с Муланда, она там старее. И на ней игры работают, в отличие от старой. Справедливо. Да, да. Пауа. Ты взял пауа. И что это тебе дают? Видимо, шарик вверху. Ну, шарик вверху я видел, а что это тебе дает? Сила удара? Один супер удар, наверное, такой. Да, правда. На боссе используешь супер удар. Да какая разница, если контент устанавливается? Да. Привет, Wild Nest. Привет, Wild Nest. А, привет. Привет, Wild Nest. Каждый поздоровался с великим Wild Nest. Почему с великим? Потому что каждый поздоровался. Какой лакмой? Только на улице. Да, только на улице.
Бас, он покарает тебя своим гневом, величием. Ну ладно. Машина тебя съела. Карбюратор засос. Ном-ном-ном. По-моему, мне это напоминает уже... Это такое... Мама, меня убила машина! Это в каком-то вирусном видео было. А, это где баба ехала, ее сбила, ударила фура. I will send you to the hell. Даже это с ним перебрал Феникс. Как нет, я был... просто помню, что там про машину Саныч, было. Чем эта игра похожа на Battle Tots? Сразу переврал. Действительно, чем эта игра похожа на Battle Tots? Начнем с того, что это питемап. Продолжим с тем, ты сейчас спускайся по веревку. Продолжим тем, что там есть птицы, которые мешают это делать. Еще вот сейчас, если ты будешь от стенок отпрыгивать, то это вообще... Хелсбар есть, справедливо. О, чтобы перепрыгнуть на другую эту на другую веревку, нам достаточно один раз нажать прыжок. Даже не надо указывать, в какую сторону прыгать. Круто. Прыгай! Прыгай! Не прыгай. Птицы мешают взять пауэр. Пауэр! Ты спустился до дна. Я не понял. Робот в воде. Не по ГОСТу. Он изолирован. Сейчас опять раки будут. Черт, ястреб. И суперударов нет. Да что такое? Почувствуй силу Nintendo, блин. Силу Nintendo. Вот эти роботы больше похожи на то, что они могут плавать. По нижним частям? Вообще-то по верхним. По верхним тоже. Но они летают. Bison Power. Of course! Нет, тогда уже Metal Bison. Он, Феникс, можешь еще раз посмотреть это прекрасное вирусное видео. Меня фура задавила. Раздавили. Как здесь почему это игра ломкует полчаса? Она мама, а ты откуда вещаешь? С того света звони. А я не смотрел это видео до конца, кстати. Ну посмотри. Я так вот... Обзор. Теперь у тебя есть полный заряд пауа. Потому что деньги — это сила. Это... Это... Ничего себе, мне не кажется ли у него это... Верхняя часть на яйцо похоже. Да-да, мне тоже показалось на яйцо какой-то киндер-сюрприз, блин. Какой-то шалтай-болтай. Тоже неплохо. Пассивный босс. Это жабка Дэна. Только робот. Есть похоже, кстати говоря. Ну, блин, просто в каждой игре есть жабка Дэна.
Сейчас же Дэн придет и скажет, да задолбали мы с этой жабкой. Не придет. Напоминает робота из Тур Тулес. Ну да. Этого. Господи. Красолова. Красолова, который? Полицейский. А, PlayStation. Понакупили китайских байков с одного удара рук. А, привет, Грей. Бонус и ролл. Да, привет, Грей. Потому что он тугой. Да, он тугой, я завязал рейл. Лол. Чтобы вот так сделать, вот, знаешь, что надо нажать? Ну? Одновременно удар и прыжок. Это нормально. Так почему он бьет только в одну сторону? Он бьет в противоположную сторону. Привет, Грей. Типа удар назад, да, привет, Грей. Можешь заходить к нам в конфу. Я уверен, что ты дома. А вдруг он не дома? Ну, в очередной час остынет, он не дома, да? Он же должен вовсю готовиться. Ну, вообще, да. Грей, готовишься проиграть третий раз? Грейс, прежде чем встать и позавтракать, надо все-таки умыться, там, в Chrono Trigger поиграть, в конце концов. Только потом поесть. Как 12-го в игре? Бас, я не только встал, я в час дня встал. Я встал в 10 утра, хотя лег в 6. А ты во сколько лег? В 6 лёгишь. Ой. Башка не трещит? Когда встал, трещал, но когда стримить начал уже. Если бы она не прошла, то не начал бы стримить. Понятно. Ну ты вчера встал в 5 вечера, ну бас, ну все это. У ГЦ нам весь режим попортят, короче. Ну вообще да, будет праздник. Так-то как только у меня закончится. Грей. Чё ж ты как старпёр говоришь, тебе только 31. 30 пока что. 30. Ему еще полгода до 31. Как и мне полгода до 20. Тебе? 20 будет. Да. Нормально, чё. Паспорт менять не забудь. А то как я. Помню, что в 20 лет паспорт надо было менять, а что-то запустил, ну потому что у меня день рождения неудобно стоит, 30 декабря, да? Ага. А все же госслужбы отдыхают. Я такой почитал и после выходных забыл и помнил, что это уже последний день для сдачи документов, а я в институте сижу, короче. Че, оштрафовали? Нет, я такой пойду к куратору, короче. Слушайте, тут такое дело, мне надо вообще, ну, официально уйти. Че такое? Да у меня последний день для подачи документов в паспортный стол. Что на службу? А, ну иди. Типа, а то 2000 штраф. Пиндюрят. У меня уже период, когда всю ночь бухаешь, а утро понимаешь, что всю ночь бухал. Ну, у кого-то и раньше такой период, наверное, начинается.
Ладно, потом. Потом обсужу с тобой. Я бы, на самом деле, никогда бы не стал играть на хаке в этой игре, она тоже туговатое управление, не очень приятно. К годам 40-45 наступает период, когда всю ночь пишет, чувство воду всю ночь бухал. Плохо, Грей, чё? И вообще сиськи. И вообще, да, только какие-то они... Это полицейский участок? Полицейшн, по-моему, написано. Угу. Видать, далекого-далекого будущего. А потом, ну что происходит на экране? Черт возьми, роботы дерутся на улице. Так они могут написать там чуть ли не 950-й год. Тут все роботы, даже собаки. Угу. Я бы сказал, что это не наша реальность. Ну да. Вот это уже Байсон. Это чувак полицейский, смотри, он еще и с мигалкой. Это же дядя Степа. Это же Т-рекс с черепа. Ага. Роба Степан. Который краснеет. А, ты это, ты вылил говно. Wildness, тебя никто не спрашивает. Оно быстро пошел взрослеть. Фабрика. Это... Предпоследний уровень. Ну, судя по карте, да. Хотя мне еще показать, что здесь еще один есть, который будет потом. Есть еще одна карта. Это Грей. Про Лиз хотел с тобой поговорить о этом... Господи, как эта игра называется? Мега-глючная, которую ты хотел, чтобы я вчера ломал. Дельтаран. Я уже не нужен, он все уже выяснил. Робот спасает людей. Скорее, стойте, стойте! А чё этот мужик там делал? Смотри, сколько здесь бомб. Ещё одна. Спасибо. Странно, что женщины и мужчины в одной камере. Чё это странно? Роботам насрать. А может кто говорит? А может, видишь, они тоже роботы? А может, они заполонили всю. И восстали машины из пепла ядерного огня. Ай, да бей ты их, суперудар используешь, попасть не можешь. Гайл Стрит Файтерский. Да? Клетки. Мне не понять, Wildness, я в Street Fighter как-то. Вообще не так. Эй, кузнечики, первый. Ненавижу, когда в битэмапах они уходят за экран всегда. Они что, из меди сделаны? Ты, наверное, из титана. Чё ты так можешь разрезать их рукой? А, слушай, Бас, точняк, я про этого робота и забыл. Кэш про него и говорил. Так я понял, что там роботы говорил, только я что-то это из мозга вылетело. Как он выглядел? Это... Слоу. А ты видел, как компания делает?
Вот этот? Угу. СЛК же сказал. А, СЛК, не, видишь, Вайл у нас не капком. Это же Neo Geo. Чё, на Neo Geo чё, нет капкомовских игр? Нет, все капкомовские игры не будут выходить на автоматах на Neo Geo. У них свои автоматы есть. Которые в СПС. А, да, блин. Чё это я? Да блин! Она тебя трогает? А, в будущем же политкорректность победила. Вот и вместе в клетке сидят. Ой, глянь, тут уже как-то на тебя походит больше. Точнее, не так, это и есть ты. Что-то мне подскажет, что не из соображений политкорректности разъединяют мужчин и женщин. Конечно, не из соображений политкорректности. Феминистам же, точнее, не феминисткам, а вот. Блядь. Им же. Они же не понимают, что зачем делается на самом деле. Сейчас. Ультимативная комбинация вниз старт, вниз А, чтобы разрезать. Понятно, там Гайл. Где здесь Гайл? Если ты про главного героя, ты скорее Байсон. Че такой длинный уровень? А вот, кажется, и босс. Суперудар! Юзай суперудар! Наконец-то красненький начал. Тебя кончился пауа! Значит, тебя сейчас будут... Робокоп без ноги. Ну, еще в каком-то пузыре. Пролез ты чего? Никто не смеет противостоять мне. У нас батл жид. И опять спускаемся. Башня джида. Это же джида. Жиды. Жида. Жида башня. Все понятно. Все ясно, да? А вы политкорректность пишете, евреев убивают. Пускай тупые гои бьются друг за другом. Экстренные новости. Прикол. Ну и... Ты чертова макака. Слоупок. В этом мире больше не будет, а пьяный прикалывался над нами. Мы не больше, в этом мире мы больше не сможем прикалываться. Эй, как он без головы продолжает меня бить? Он точно обезьяна, он не курица? Робот.
какой-то робо-горилла. Нифига себе. Убитого тварей. Пролист. Ой, в смысле, бас. Когда он прошел NES, у вас это еще не было этой традиции. Читерский. Ну так поэтому он и слоу делает. Ты не понял. Да я понял, что традиции не было про сиськи. Неужели? Слоу-слоу до тебя дошло. По-моему, кажется, слоу-мока влияет на тебя пагубно. Но макаки до этого не было. А вот эти уже появились. Макака была. Была в самом первом уровне. Хоть из мужа не хрена. Грей, до тебя тоже только медленно, так медленно доходит, что ты таран говно. Сегодня день слоупока. До всех все медленно доходит. Пролист, может ты еще на стриме пройдешь Дельтаран? Ты разрушил мой план. А теперь у меня нет выбора. Кроме как уничтожить тебя. Уничтожить тебя вот этим? Потому что тебе даже дамага не наносит. Я просто встал так, что... Ну я понял. Лет уже убил. Из рук. Давай, подмышечные пули. Ты правда атакуешь его вонючими подмышками просто. За косяка одного из ромов после прохождения второго уровня тебя перебрасывают на... Зацикленный графический артефакт, из-за чего я сначала подумал, что игра сломана и поделать нечего. Не покраснел. Так, краску снял. Все? А, там. Нифига. Главных боссов. Это чего такой? Ведро? Ну, видно, снеговика похож. Товарищ, у вас ведро на голове. Добавляет на эти биты мапы. Сволочь, пока я не прекратил пинать, он так и не выстрелил там. О, опять позолотил. Он задымился. Эй, да. Little Computer People, я говорю, я может это чуть-чуть попозже с Греем об этом поговорю. Когда он поест, умоется, проснется наконец. Спасибо тебе. И чё дальше? А. Он мне предлагает имя ввести, я так что я заметил. Ладно. Пусть АА будет. Я не успел даже заметить, что мне надо вводить имя. Да пофиг. Че дальше? Нео Детройт. Спасибо за спасение Нео Детройта. От...
смертоносных правил, что ли, жида. Май садист, это ее папаша был. Кавай. Программер Кавай, да. Классная фамилия, да? Ну чё, всё? А, да, кстати, мы же забыли. Быстро. Господи. А чё, жидж Нео Гео? Нео Гео. Да нет, посмотрите, Бас какие скинул. Господи, Бас, ну что ты... Спасибо, лол. Кикс идеальный. Ты понятная. Игрушка. Сиськи не игрушка. Дайте мне что-нибудь хорошее на его сексе. Сейчас я... Давай, волнуйся больше. На MXX сейчас Metal Gear выпадет. Что? Йоп. Что? Чего? Кинь, пожалуйста, в конфу, я ни хрена не понимаю. Illegos. 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 Эпизод 4. Legos. Illegos. Эпизод 4. Именно. О, нет. Нет. Что? Там все плохо, чувак. Там вообще все плохо. Плачь, детка, плачь. Господи. Ладно, посмотрим потом, а на сегодня стрим заканчивается, я MSX сейчас стримить не буду. Так что, да, удачи всем. Ты...